Всем привет! Я только что отзанималась в Заре, и здесь на той же плазе у нас есть Dunkin Donuts. Не знаю, вы слышали или нет, это очень популярное место. Что-то похоже на Starbucks. Там тоже всякое разное кофе, всякие сэндвичи, и там же продается у них донатс. Сейчас я вам покажу, что именно. А прежде чем показать, вот смотрите, здесь еще дерево одно осталось. Идем в Dunkin Donuts. Здесь, смотрите, можно, не выходя из машины, проехать, называется drive-thru, заказать. Потом вот здесь вы проезжаете, подъезжаете к этому окну, оплачиваете, и вам сразу все выдается. Здесь во многих кафешках у нас такое есть для самых ленивых людей. Ну, это, в принципе, удобно, когда у вас нет времени, особенно утром, когда, знаете, многие едут на работу, быстро заехали, взяли и поехали дальше. Так, сейчас мы сюда пойдем. Донатс я не буду брать себе, это я малой и... Донатсы возьму я для своей малой и для нашей большой семьи. Сама я не буду это. Does the line start from here? Затарилась я донатсами, купила целую коробку 12 донатсов. Но что самое интересное, ни одного мне. Мне просто идет вот этот банан, апельсиновый сок малой, а донатсы это... Малая съест пару штучек, и остальное все моего бойфренда сыну и его гёрлфренда. Они обожают донатсы. Сегодня у них чит-дэй. Сейчас покажу, какие донатсы я их взяла. Показываю, чем я закупилась, какие донатсы. Смотрите. Сейчас мы её откроем. Коробку нашу. Это как же называется? Ах ты. Еще открыть я не могу. О! Красота, да и только обычные 4 вот эти белые, это просто глейз, чоколад глейз с этими спринклс, 2 strawberry sprinkles, вот этот шоколадный, внутри идет бостон крем. Как же они аппетитно пахнут и выглядят, я тоже хочу, но мне нельзя такое. Вот так вот, я буду сейчас банан кушать.